Стрижевчане говорят, что теперь у них в городе появилась вторая достопримечательность после знаменитого спортивно-оздоровительного комплекса. В столице нефтяников не так давно открылся интернет-клуб. До этого здесь располагался ресторан «Белые ночи». В свое время он принадлежал «Томскнефти», затем был приватизирован частным лицом. В среднем кабачок настолько запустел, что руководство ЮКОСа решило выкупить помещение обратно, что и было сделано. Однако для нефтяной компании интернет-клуб вряд ли станет доходным местом. Целью этого заведения иная. Каждый рачительный хозяин, он думает не только, что произойдет сегодня, но что произойдет завтра. И, скажем, в данном случае компании преследуют не чисто материальные какие-то интересы, а компания работает на будущее. Что интересно, дизайн клуба полностью разрабатывали местные стрижевские художники, а одновременно работать в интернете смогут сразу 26 человек. Связь со всемирной сетью обеспечила сибирская интернет-компания. В дальнейшем руководство клуба желает сделать свое заведение местом отдыха для всей семьи. Здесь вскоре появится зал боулинга и программы НТВ+.